Что делать, когда у вас есть дрель и закончилось мартини? Всем привет, меня зовут Настя, и вы смотрите Point Art Blog. Кальян в стеклянной бутылке? Легко. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Если вам интересно узнать больше о кальянной культуре и новинках рынка, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!